Ну, мне показалось, что да, он был полезен. Так получилось, что я много занимался автоматизацией управленческой деятельности. А здесь некоторые новые темы для меня – это цифровизация производства. И мне показалось, что мне это будет интересно. Я с удовольствием его прослушал, хотя к производству не имею отношения. Мне просто интересна тема автоматизации и цифровизации как управленческой деятельности, так и производства в целом. Ну, наверное, самый сложный был третий, да, поэтому, наверное, он больше всего и запомнился.